Сегодня в Сыктывкаре на площадке ресурсного центра поддержки добровольчества Владимир Уйба встретился с финалистами и полуфиналистами Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020». Его цель – выявление и поддержка лучших волонтерских инициатив. С каждым годом конкурс становится популярнее, а в Коми набирается даже больше заявок, чем во многих других регионах страны. В финал от республики вышли 4 добровольца, двое из которых стали лауреатами. Волонтер работает ради другого человека, ради других людей. Соответственно, и люди узнают, и социальные среды воспринимают уже волонтера как доброго помощника, как человека, который действительно жертвует собой, своим временем. Владимир Уйба поблагодарил волонтеров не за труд, а, как сам отметил, за служение. Для справки, только с начала пандемии более 500 добровольцев в Коми подключились к акции «Мы вместе», чтобы помочь пожилым и маломобильным гражданам. В год столетия республики глава Коми выразил уверенность, добровольцы вновь внесут свой вклад и в это грандиозное событие.